порой задумываешься, почему русская песня по большей части настолько невеселая. В общем-то, вот задумываешься, а жизнь сама отвечает на этот вопрос очень быстро и очень жестко. Я не могу не прокомментировать, конечно. Вернее, не то, что не прокомментировать, а не заметить последних событий. Даже не знаю, как. Вернее, так. Вот думается, что иногда настолько неуютно, пожалуй, даже страшно жить, что вроде бы как бы укрыться совсем некуда. Но вот песни, которые написаны в середине 19 века, редко, чуть ближе к нашему времени, в них все те же истории, все про то же. И уж не знаю, то ли так суждено, ну, человеку вообще суждено в жизни грустить много, как-то у нас очень особенно, либо мы этой грусти придаем очень серьезные значения, либо действительно жизнь нашего Отечества почему-то подвергается очень большим испытаниям, выдержать которые помогает только величие духа, которое как-то тоже, в общем-то, жителям нашего Отечества присуще в достаточно большой степени. Песня помогает. Песня помогала нашим прадедам. Она помогает и нам сегодня. Всякий раз, когда человек уходит из жизни, это и трагично, и грустно, и страшно со стороны. А песня остается, как остается память о человеке, как остается и голос, которому что-то сказал в этой жизни. Дай Бог, чтобы он сказал что-то такое, что потом помогло бы ему жить дальше. Этот эпиграф случайный, и я просто потому, что, наверное, нужно было об этом сказать сегодня. Я всем желаю радости, и сегодня это звучит актуально, безопасности. Уж простите, что вот. Мы в следующей песне завершаем сегодняшний концерт. Я опять вынужден вернуться, по крайней мере, в своих размышлениях, потому что все как это достаточно грустная песня получается. Вот. Меня ни как артист, ни как человек это не пугает, потому что как во многом знаний, печаль многое, так и в большой любви, в большой правде очень много печали и грусти. Вот. Но печаль это та, которая когда-нибудь будет в радости без этого. Ничто в этой жизни не проходит случайно, и даже ничто в этой жизни не проходит незамеченно. Любовь настоящая, ни коварство, ни ненависть, ни злоба, ни подвиг, ни жертвенность, ни всякая правда. Может быть, даже при нашей жизни мы как-то и в действительности увидим вот в таком земном воплощении то, что это истина, то, что правда торжествует. Но если мы этого не можем видеть, каких-то материальных свершениях, каких-то социальных или политических победах и событиях, то, по крайней мере, сердце в нашем, каждый из нас может это чувствовать всегда. Всегда, когда мы кого-то по-настоящему любим, торжествует правда, торжествует счастье, торжествует красота, торжествует мир и вечный мир, и вечная правда, и вечная любовь. Спасибо, я заканчиваю следующей песней сегодняшний концерт. Надеюсь на то, что мы с вами будем долго встречаться. И что ничто, ни душевное, ни духовное, ни материальное, никакая злоба не помешает нам видеть, слышать и любить друг друга. Спасибо.